Эпидемия гриппа в России ожидается в конце января следующего года. С ноября начался сезонный подъем заболеваемости, и количество заболевших постепенно увеличивается. Сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова проведет селекторное совещание на тему готовности российских субъектов к подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным специалистов, повышение заболеваемости ОРВИ отмечалось в сентябре, когда дети пошли в школы и детские сады. С ноября начался сезонный подъем, и количество заболевших постепенно увеличивается. Из числа заболевших ОРВИ около 88% приходится на детей до 17 лет. Среди них наибольший удельный вес составляют дошкольники. По Якутску показатель заболеваемости не превышает уровня прошлой недели и остается ниже эпидпорога, рассчитанного на этот период. Среди детей от 3 до 6 лет регистрируется незначительное превышение уровня эпидемиологических порогов.